В преддверии профессионального праздника Дня медицинских работников здравоохранение Пинска получило в подарок от Беларусьбанка автомобиль для проведения выездной диспансеризации. Ключи от мини-кабинета на колесах глава Брестского областного управления банка вручил во время торжества, на котором отметили лучших работников сферы. Уже не первый раз Беларусьбанк заявляет о себе как о социально ответственном учреждении. Особое внимание финансовая организация уделяет сфере здравоохранения. Подтверждение тому – ряд благотворительных проектов, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, где работают медики и где готовят медицинские кадры. Буквально пару недель назад мы оказали помощь 16 медицинским колледжам Республики Беларусь по приобретению тренажеров сердечно-легочной реанимации, в том числе два медицинских колледжа Брестской области. Сегодня мы вручаем автомобиль медицине Полесского региона городу Пинску. Этот автомобиль был приобретен в рамках благотворительного проекта «Беларусьбанк. Вектор доброты». Надеюсь и уверен, что данный автомобиль сможет сберечь не одну человеческую жизнь жителям Полесского региона. Основное предназначение кабинета на колесах – проведение диспансеризации, медосмотров на селе. Автомобиль оборудован стационарным столиком с возможностью подключения к источнику электроэнергии. Есть светодиодное освещение и кондиционер. Для работы в холодное время года – дополнительный автономный воздушный обогреватель. Мы можем проводить все необходимые манипуляции и, по сути дела, осмотр пациента предварительный, который позволяет провести анкетирование, внести эту анкету в базу НЦО, это республиканская база, выполнить мелкие манипуляции, измерение роста, давления, веса, индекс массы тела, измерить внутриглазное давление. То есть все те вещи, которые необходимы для заполнения анкеты и в последующем понимание того, как дальше пациент будет проходить диспансеризацию. Кроме того, машина сможет доставлять на ФАПы и в отдаленные амбулатории команды узких специалистов, так называемые мультидисциплинарные бригады. Районное обслуживание довольно большое. Это протяженность 140 километров. И во многом зависит, как наш врач, медсестра будет, в каком настроении заедет в Бобрик или в Ладорож, в каком она автомобиле будет ехать. Поэтому на это обратил Беларусьбанк внимание, предложил нам помощь в приобретении такого автомобиля. И сегодня я хочу сказать огромное спасибо от имени врачей города Пинска. Ключи от нового автомобиля были вручены во время торжественного мероприятия, посвященного предстоящему Дню медицинского работника. Татьяна Будгусаим, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».